Троицкую родительскую субботу митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в храме Смоленской иконы Божьей Матери на Васильевском острове. На богослужении побывали наши корреспонденты. Если любого петербуржца спросить, как добраться до храма Смоленской иконы Божьей Матери, он обязательно скажет: «А, это там, где Ксения Петербургская», и скажет, как добраться до храма. Храм любим и почитаем петербуржцами. По преданию, Ксения Блаженная помогала строителям храма, по ночам носила кирпичики на леса. 27 октября 1790 года был освящен главный алтарь. В 1940-м храм закрыли. Он был возвращен верующим и вновь освящен 8 февраля 1947-го. С тех пор Дом Божий всегда полон, особенно в день, когда православные молятся об упокоении своих близких. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога, и Отца, и причастие Святаго Духа, будет со всеми вами. В Троицкую родительскую субботу церковь молитвенно поминает всех от века усопших православных христиан, отец и братья наших. Поминовение всех усопших христиан установлено в субботу перед Пятидесятницей, поскольку сошествие Святого Духа завершило домостроительство спасения человека, а в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому христиане и усопшим просят ниспослать благодать Святого Духа. Митрополит Варсонофий после божественной литургии совершил литию. Обращаясь к молящимся с архипастырским словом, владыка сказал: «Когда мы собираемся в храм в субботу родительскую, мы имеем двоякую пользу. С одной стороны, мы поминаем своих родных, усопших, родителей, братьев и сестер, а с другой стороны, мы имеем память смертную. Все, что рождается на земле, растет, обязательно умирает, кроме души человеческой. Она создана для бессмертной вечной жизни. Но, тем не менее, нам всем придется покинуть этот мир, и поэтому мы должны позаботиться о своем спасении, пока мы живы». В часовне блаженной Ксении Петербургской правящий архиерей помолился небесной покровительнице Санкт-Петербурга. 6 июня исполняется 30 лет со дня ее прославления.